Ярослав, поздравляем с дебютом. Какие у тебя ощущения от первого матча? Большое спасибо за поздравления. Эмоции, конечно, не очень хорошие. У нас было много моментов, много не забили. Но я думаю, что качество игры и такой атакующий агрессивный футбол понравился зрителю. Будем дальше работать так и забивать голы. Какие слова говорили тренеры перед тем, как выпускали на поле? Как-то по-особому напутствовали? Тренер сказал просто играть свою игру, обострять и войти в игру как можно лучше. Болельщики основной команды НИСЕ, которые за молодежкой не особо следили, они еще не знают, какая своя игра у Ярослава Матвиенко. Расскажи вкратце. Да, я не могу так судить, зрители лучше знают. У них спросите. А что случилось с командой в начале? Есть ли какое-то объяснение, почему такое неудачное получилось? Неудачный получился дебют? Я думаю, слишком уверены были в себя, чересчур. Надо было чуть-чуть опасаться нападающих, нефтехимика. Вот. Спасибо.